неограниченные аудитории. Сотни тысяч. На всех мобильных устройствах. Зритель перестает быть зрителем. Сопричастность к большим, крупным, мировым и локальным событиям. Компания Рост разрабатывала офлайн-систему для оценки мультимедиа-контента в закрытых аудиториях. Система была апробирована в Украине, имела достаточно большую популярность, кстати, у фармацевтов, у западных представительств. Поэтому вполне логичным шагом следующим было перенесение вот этих уникальных возможностей оценки мультимедиа-контента в онлайн. Так появился WebSynth или OnlineSynth. Synth – Synchronic Instrumental Center. Главная особенность его в том, что он может быть очень быстро развернут, очень хорошо масштабируется. В нем предусмотрены механизмы интеграции с телевизионным оборудованием. И люди не просто смотрят трансляцию, они отвечают на вопросы, они получают ответ, обратную связь от студии. Подобные задачи, они характерны для компьютерных игр там, или для финансовых, банковских систем, где есть задачи с большими нагрузками, для социальных сетей. Объединять телешоу с участниками в онлайне или там реальное какое-то событие, мероприятие, там форумы, конференции. Система работает на всех мобильных устройствах. И даже мы ее тестировали на мобильной связи, то есть через 3G, через GPRS. Это продукт новый, он свежий, и поэтому тот, кто первый возьмет его на вооружение, получит самые большие дивиденды от него. Одной из сфер ее применения является телеиндустрия, возможность создания новых форматов телевизионных, новых, возможно, каналов телевизионных и новых аудиторий для них. Это новый формат интерактивных коммуникационных площадок, которые позволят общаться удаленно различным группам. Это могут быть эксперты, это могут быть участники событий, это могут быть сами зрители. То есть это сфера пиар и образования.